Татьяна Клопчук. Рыжий-рыжий. Жил-был в лесу зайчик. Ушки длинные, лапки быстрые, хвостик кнопочкой. Хороший был зайчик, добрый, веселый. А друзей у него не было. Потому что шубка у зайчика была не беленькая, не серенькая, как у остальных зайчиков, а рыженькая. Ведь это был необыкновенный зайчик, а солнечный. Но никто с таким странным зверьком в лесу дружить не хотел. Пойдет он к зайцам, те его прогоняют. Иди, говорят, отсюда, рыжий, уж больно ты на лисицу похож. Пойдет к лисам, и те на него лапами машут. Уходи, длинноухий, зайцы лисам не товарищи. Грустно и одиноко было зайчику в лесу. И решил он в город податься, там друзей искать. Шел-шел по дороге и, наконец, в город пришел. Только город-то большой. Как в нем друга найти? Сел зайчик в каком-то дворе на скамейку и загрустил. А во дворе ребята играют, веселятся. Вдруг слышит, хохочет кто-то. Рыжий, рыжий! Испугался зайчик, решил, что это над ним смеются. Соскочил со скамейки и спрятался за деревом. Глядь, а это и не ему вовсе кричат, а мальчишке какому-то. Присмотрелся зайчик повнимательней и увидел, что мальчишка... рыжий. И так он обрадовался, что, позабыв об осторожности, бросился со всех ног прямо к этому мальчику, запрыгнул к нему на руки и сжался в комочек. Сидит зайчик и думает. Рыжий рыжего не обидит. Рыжий рыжего не обидит. Погладил мальчик зайчика по спинке и говорит. Ты что, совсем один, рыжик? Хочешь, я тебя к себе домой возьму? У меня тоже друзей нет. Тут остальные ребята необычного зверька заметили и поближе подошли. И девочка с косичками, самая красивая во дворе, тоже подошла. Все стали зайчика рассматривать и по шерстке гладить. А девочка с косичками спросила, «Это чей зайчик? Мне очень рыженькие нравятся». И тогда все мальчики пожалели, что они не рыжие. А девочка погладила зайчика и улыбнулась. И рыжий мальчик улыбнулся. И зайчик тоже. И все во дворе заулыбались, ведь когда гладишь солнечного зайчика, всегда хочется улыбаться. Теперь у рыжего зайчика много друзей, а рыжего мальчика больше никто не дразнит, потому что трудно дразнить человека, который тебе улыбается. С вами была Анна Куркова. До встречи!